Итак, мы находимся по адресу Зацепа 21. Посмотрим на то, как мой друг Алмаз 2512 занимается тайским боксом. Это тайский бокс? Какой гай, как дела у тебя? Ничего себе. Ты что сделаешь? Я, в смысле, я что сделала? Мы с тобой так... Хватит прикалываться. Ладно, прикалываться. Вот, это Алмаз. Это Алмаз, он рэп читает. Тихо, не пали конторку, никто не знает об этом. Нафиг ты не спалила. Познакомься, это тренер по тайскому боксу Максим. Максим. Спрятался такой раз. Зацепа 21, адрес Павелецкая, скидка Ряк. Раз уж мы здесь находимся в зале, покажи мне, как правильно пинать грушу. Просто вот идешь, короче, так вот, да, вот, допустим, груша вот она, да? Слышишь, как по яйцам. Вот так? Я чуть-чуть. Да блин. Да вот, вот, стоишь, вот получается, вот, правая ножка, вот она, стоишь, вот она, и... Ну-ка, вот так, правильно? Смотри. Нет. Чик под час. Смотрим. Чик под час. А почему больно так? Потому что ноги не привыкли. Вот, наконец-то мы вдвоем с Алмазом. Алмаз, поздоровайся. Всем привет, друзья. Алмаз, это мой хороший друг. Между прочим, я ему делала татуировку по собственному эскизу, и он один из первых. Ну, нет, он первый. Вот. Алмаз, скажи, куда мы идем? Так, на батл. Мы идем на батл. Недавно мы ходили на 140 BPM, и что мы выяснили? Что батлы в Санкт-Петербурге клевые. А теперь посмотрим, какие батлы у нас в Москве проходят. Ну, я тебе так скажу, там не 140 BPM будет, там акапельные батлы. Так нет, стоп. Акапельные батлы. Все, стоп. Стоп, как это акапельные? Ну, акапельные — это без бита, вот так под... Акапельные. Слово красивое. Блин, куда ты меня ведешь вообще? Я поначалу тоже испугался, честно. Но тут нормально, сейчас увидишь. Вот, батл проходит здесь. Серьезно? Так подожди. Ты бы свое лицо видела. А, жесть. Ничего себе, вот это здорово. Привет, ребята, вы такие классные. О, охотники, да, нет? Или как вы? Это вы под кого? Вы косплей, да, проводите тут? А вы здесь постоянно встречаетесь? Ты Рапунцель или кто? Мейбл. Блин, здорово. Откуда? Обалдеть, я прям как это, смотрите, я своя. Я в теме. Я только не в теме. Хотя нет, я могу косплеить казаха. Как тебя зовут, Пикачу? Пикачу зовут Наташа. Наташа, ты давно занимаешься косплеем? Нет. Это твой первый костюм? Да. Он офигенский, крутой. Очень крутой костюм. Я тоже косплею, как я уже сказал. Они пахнут как настоящие. Да, а, уж. А куда нам идти? Я уже нам забыла, туда. А то я тут останусь сейчас. Не-не-не, нам на батл. Нет, нам надо идти на батл. Рубрика «Неинтересные факты». Мы находимся возле завода «Красный Октябрь». Это завод «Красный Октябрь». Нам куда? Туда? Нет, нам сюда. А, вот так выглядит место, где проводятся московские батлы. Называется «Ванья нальет». «Ванька нальет», короче. What?
организатором московских батлов, которые называются... Он еще и ведущий. Wolfpack Battle. И он еще и ведущий, это Санчес. Итак, знакомимся, Санчес. Всем привет. Я недавно была на батле рвать на битах. О, круто. И как тебе? Она хочет сравнить культуру. Я хотела просто сравнить батлы, которые проводятся в Москве, и батлы, которые проводятся в Санкт-Петербурге. Ага, окей, не ту площадку. Вот. Тихо, тихо. Нормальная площадка. Что сказать, ну мы не рвем на битах, мы рвем акапельно, так сказать. У нас локальная площадочка, небольшой бюджет совсем, все на энтузиазме все делают, то есть все камеры. Вот свет Ванес сделал, петлички сами купили, скинулись, чуваков подобрали по связям своим, вот, так что... В общем, собрали всю движуху сами. Собрали движуху сами, да, своими возможностями. Сейчас мы посмотрим, как это получится, мы посмотрим, как мой друг Алмаз будет рвать оппонента, или это правильно я сказала? Нормально. Правильно? Нормально все сказала, пойдет. Вот, поэтому смотрим, смотрим. Не переключайтесь, с вами был Андрей Макаков. Какой макар? Оливия же была. Мы начинаем. Привет всем, это Wolfpack Battle, гайте шуму, народ! У нас сегодня очень крутое противостояние, и первым из участников представится персонаж. Справа от меня представься. Брайан, Москва, МГЛУ, Wolfpack, дайте шуму! Участник слева, представься. Алмаз, 25-12, город Омск. По итогам жеребьевки начинает МС справа, Прайм первый раунд, дайте шума! Первый официальный батл, первая победа, целый день я был в шоке от этого. Я рад, что победил, как ебанутый чувак, и люди со стороны думали, что я полный дурак. На батле мало кто поддерживал меня, все кричали «Лекс, Лекс», но он проебал. И учитывая ошибки из прошлого батла, к этому я подготовился нормально. Реально, народ, вы заметили такое интересное состязание? Вы когда-нибудь видели такое странное противостояние? Чтобы вышли сражаться на поле боя спортсмен и алкоголь. Это как день и ночь, инь-янь. Хороший боксер и лютая пьянь. Но я слышал, что все поэты очень ранимые люди. Они говорят сначала одно, а потом изливают душу в душу. Так вот, я тебе свои панчи в душу многим кину, и они устроят войну твоему внутреннему миру. Отвечает ему Алмаз 25-12, братан, давай. Начали! Ну что ж, что я могу сказать? Спасибо за пиар моего трека «Крик души». Я думал, что ты сможешь пожестче меня тушить. Но смотрю, ты вообще лох какой-то. Позорный, блядь, ладно, представь, это не мое. Убийца до конца, ни шагу назад, моя цель уже близко. Завистливые рожи, те, кто не верил в меня, отныне зову атеистом. Плохую пору обращаясь к тем, кого не было рядом. Hasta la vista, baby. Девочкам нравятся мальчики, которые вид имеют, как после косметики Грэмми. И безусловно, версу слова, Wolfpack Battle готов к любой площадке. Неукротимый казахский рэмбо, кто ты? Веселый парень? Или может любитель девчонок? Какие нахуй батлы по фактам, о чем вы? Я его не знаю, соответственно, и он меня так же. Аслан назначает лев, тебе меня не осилить комнатный запашный. Зато при виде меня стоишь тут. Зато при виде меня стоишь, что с мратом страшный мразь, дом дрожит, как и твои поджилки, все твои братан, ухмылки, пожимки не помогут выиграть этот бэтл. Захуячь тебя словесно, подарить машину времени, чтоб переместился в 25-е лето, подальше от позора, испарится иллюзия, что ты злая мантикора. Хули ты, орги, площадки, лето здание, в целом разрушай этот город. Собьюсь тебя с песней, прикоснешься ты гриве, мои слова жарят это пламя и гнило, сука! Ребята, вот передо мной два оппонента. На самом деле я в восторге от этого батла, потому что это было действительно смешно. Шутки были с претензией на интеллектуальность, я вам скажу. То есть я поняла различия между рвать на битах и акапельными батлами. Ребята сделали действительно почву для размышлений, да. Я действительно посмеялась над своим братаном, потому что это было реально очень смешно. Скажите что-нибудь, что вы думаете. Ну,
Давай, ты начни. Давай, Алмаз. Ну, честно, вот, что я могу сказать, то, что именно вот Кириллу, да, Кириллу, да, ему не хватает именно подачи, просто подачи не хватает. В принципе, да, были смешные моменты, но из-за нехватки, да, из-за нехватки подачи именно меня это не зацепило. Если бы была бы у него подача более агрессивная, меня бы это больше зацепило. Даже взять, допустим, вот прошлый батл у меня был с ТТТ, вот с Андреем. ТТТ на слово Нижнем Новгороде, у меня когда был батл, вот, меня он больше зацепил, потому что у него подача была, ну, как бы более жесткая. Ну, а тут, да, были несколько моментов смешных, интересных, ну, очень много было то, с чем я бы очень даже не согласен, но об этом потом, может быть, поговорить, если он захочет. На следующем батле. Да, на следующем батле. Ну, я так скажу, типа, мне батл сам себе понравился, я не ожидал, что у него первый раунд будет просто раунд. Это такой шок, это у меня такой вообще первый раз было, ну, типа, за историю моих батлов. За моих тоже. Да. Вот, и я вам так скажу, у него вот второй раунд был очень интересный, типа, даже человек, который, типа, ну, батлится недавно, типа, но он смотрит очень много батлов, вот, прикольный панч был про ягнят, прям сам в конце вообще, типа, хоть я и не из Армении, я из Москвы, но, типа, это было прям огонь. Потом начал, когда 10 площадку, вот здесь мне как-то немножко это не понравилось, потому что, типа, вот, ну, реально, ну, это мы с тобой еще поговорим по этому поводу, это да. Это Москва, да. Но я так скажу, Wolfpack Battle как бы отстоял, хоть и приебал, но я отстоял. Красавчик. Вот такие в Москве проходят батлы. В принципе, мне понравилось, это прикольно. Площадка еще не до конца раскручена, но я думаю, у ребят еще все впереди. Ребята, люблю вас. Вот такие у нас проходят тут батлы. Приходите. Москва, Wolfpack Battle. Привет всем, с вами Wolfpack Battle. Спасибо большое. Ребята, приходите, тут очень здорово. Ребята душевные, классная движуха. Все, всем чмоки. Адрес напишем, ждем адрес вас. Напишем по ссылке. Да, адрес, смотрите, свайпайте. Лайки. Пока.